«Музыка и самолеты». В аэропорту Владивостока оркестр МГУ имени Невельского снял музыкальный клип. Готовились к празднованию сразу двух важных дат – Дня города и работников морского и речного флота. Для оркестра это уже не первое необычное выступление. Недавно мы играли на большом ледоколе Росморпорта «Капитан Хлебников». Как-то мы играли в Шанхае, в Китае, в центре, где светятся все небоскребы. И вечером оркестр играл на мосту Золотом, открывали мост. Инициатор коллаборации воздушной и водной стихий – сам аэропорт. В качестве композиции для музыкального поздравления выбрали «Дальше будем действовать мы» группы «Кино». Объясняют, песня жизнеутверждающая и мотивирующая. Мы очень долго готовились, согласовывали графики. И, наконец-таки, вот этот день свершился. Мы приурочили этот проект ко дню рождения нашего любимого города, города Владивостока. И, конечно же, к празднику всех работников морского и речного флота. Поэтому воздушный флот поздравляет морской и речной флот с праздником. И, конечно же, наш любимый город. Над реализацией идеи работало множество человек. Только в одном оркестре задействовали 30 музыкантов. Среди них струнная и ритм-группа, а также духовые инструменты. Увидеть результат работы своими глазами можно на сайте аэропорта и в социальных сетях.